Добрый день! Самый крупный стадион Московской области приветствует вас, арена Химки. Я предлагаю называть сегодняшний матч тоже дерби, поскольку черно-белые против черноморских. Торпеда против черноморца. Больше дерби даешь разных всяких интересных. Появится также Столбов. Судя по всему, его отправят куда-то на место. Это вообще сенсация. Первый матч в стартовом составе в этом сезоне. Да, и судя по всему, его отправят на позицию правого вингера. Появляется Красильченко на позиции левого латераля, скорее всего. Красильниченко. Это... Красильниченко. В своей группе в левом второй лиге Б. Ну и вот, соответственно... Черноморец, удар! Извини. Да, Бабурин. Удар не получился, давай прямо скажем. Но с левого фланга хорошая была передача, и тут больше было, наверное, у меня в голосе ожидание от того, какой же хороший пас. Он очень хорошо смотрит за линией офсайда, и пока еще ни разу в офсайд не попал, обрати внимание. Роганович на Галкина, и есть шанс у торпеда забивать, и подбит флажок, да. Подбит флажок на дальней от нас бровке. Залез все-таки в офсайд. То, о чем я говорил совсем недавно. Высокая линия обороны. Это риск, но это еще и надежда на вне игры. И эта надежда сейчас для черноморца оправдалась. Как-то даже затихли. Нет, ну все-таки на противодальней. Можно попробовать пробить. Да, хорошая была ситуация. У Риди мяч к штрафной подтащил, но не попал в створ. Да, Дим, извини, затихли трибуны. Егор играет в касание. Здорово! Красильниченко, ну отдай на гол! И спасение Бабурина, но вне игры. Разыграли здорово на Красильниченко, и он покатил. И Бабурин, кстати, для уверенности этот мяч парировал, но остался в лучшей лиге мира, перейдя в торпедо. Да. Вот он! Вот он! Вот он, Чупаев! И на центр показывает Танашев, и Комара улыбается, но выйдет все-таки Чупаев, которого не зря все-таки. Вот опыт, я о чем вам говорил. Дмитрия Сухинина хвалил он молодого экс-динамовца, ныне торпедовца. И да, флаг торпедо над секторами в Химках, разные флаги, болельщики ликуют. Я тебя сейчас этими цифрами помучу, давай посмотрим за этой атакой. Уриди отыграл, и удар по воротам! 58-я минута. Иванов! Первый гол Чупаева и первый гол Иванова за Черноморец. Куда он побежал? К сектору с болельщиками. Посмотрим повтор. Классный удар с дистанции. Не входя в штрафную, получил от Уриди. Не дожидаясь, не накрыли. Там не успел Данилкин. И Иванов, убрав мяч, пробил в нижний угол. Такой крученый удар в угол по траектории, уходящий от Бабурина. С Комара сейчас мы за ним наблюдаем. Мяч, удар! Не попадает в створ. Это Чурич был. Включились команды, стало гораздо более смотрибельным действо. Я тебе сейчас скажу, что появится Дмитрий Яковлев. Удар слева! И Фролкин! Хороший момент был у торпеда. Это Чурич, который забил в первом туре. Кононов прохаживается вдоль границы. Пошла подача на дальнюю штангу. Ой-ой-ой, нет, это почти в девятку летело. Фролкин контролировал, сделал несколько шагов, успел и перевел мяч на угловой, контролировал ворота, не потерял их Даня. Мы думали, что будет передача, это был скорее удар от Рогановича. У черноморца, сходи, пошла по передаче в штрафную площадь. И снова вот накладником. Да. Да? Кротов пропускал же, как-то слишком захитрил. Он же сам мяч отнял, сам же поучаствовал в его потере. Все! Окончание игры. Разводит руки в стороны Инал Танашев. МЛБ первая лига, седьмой тур. Торпедо Москва, Черноморец, Новороссийск. 1-1.